Так, друзья, ну, всем привет, продолжается моя реабилитация, все, в общем-то, неплохо, но, как уже говорил, медленно, конечно, идет восстановление, но с каждым разом все лучше и лучше, и я продолжаю наращивать веса в приседе, конечно, довольно быстрыми темпами, потому что лимитирует плечо, чем меньше болит плечо, тем больше ему приседать, ну, а ноги, конечно, вывозят нормально. Сейчас на штанге 200, и, в общем-то, первый такой серьезный присед в этом году, который уже даст, да, знаете, вот... даст понять, насколько тяжело идет. Вот. Поэтому 200 приседаем. Посмотрим, как себя будет чувствовать плечо. Возможно, я сниму и сразу поставлю. Ну, конечно, сомневаюсь. В общем, работаем. Ну, что, по-прежнему, в общем-то, не тяжело, но уже, конечно, с усилием, потому что, видите, даже закрывает немножко меня вперед. Вот, видно, что немножко в плане техники и целевые мышцы немножко потеряли тонус. Но уже как бы что-то 200 на 3, нормально. И, ну, потихонечку наращиваю. Ну что, вот сейчас я присел. В момент, конечно, установления штанги чувствовалось. Ну, в ходе самого приседа уже... ощущение веса забрало все на себя. Как-то так. Вот. Сегодня еще у меня будет жим. Смотрите в следующем ролике. Ну а пока дела обстоят именно вот таким вот образом. Поэтому я продолжаю реабилитацию. Продолжаю разрабатывать, закачивать. Ну и потихонечку в рабочих упражнениях увеличиваем веса. Увидимся.